Новинка каталога – это листовой порошок Smart умная стирка. 20 листов находится вот в этой упаковочке. Посмотрите, какая она маленькая. То есть как вот как блокнотик. Один лист рассчитан на одну стирку. Ноль фосфатов, пластика и отдушки. Слушайте, ну настолько она и экономная, экономичная, маленькая. Артикул 30843. То есть даже можно брать с собой куда-то в отпуск, едете в дорогу. Слушайте, шикарно. Я просто под впечатлением от такой коробушечки. А это новинка из этой же серии. Это салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания. Также одна салфетка вместе с любым порошком. Можно с этим листовым, можно с обычным, которым вы постоянно пользуетесь. Хоть жидким, хоть концентрированным, хоть обычным порошком. А это еще тоньше. Видите, прям где-то на 1/3 она еще тоньше, меньше упаковочка, чем порошок. Вот. Салфетки, ловушки для защиты одежды от окрашивания. И здесь как раз инструкция. Артикул 30844. 20 листов в упаковочке. Так же, как и для порошка, одна салфетка, одна стирка рассчитана. И здесь также в упаковке 20 листов вот этого порошка листового. Ну, слушайте, интересно, до чего дошел прогресс. Действительно, был обычный порошок, потом концентрированный, потом жидкий, потом в капсулах. И теперь мы уже дошли до листового порошка. Ну, супер. Итак, вот они, новиночки. Порошок и салфетки-ловушки. Итак, давайте посмотрим, как же они выглядят, эти листы. Листовой стиральный порошок. Запакован он вот в такую пленочку. Мы ее снимаем. И здесь вот написано «Открыть здесь». Сейчас попробуем мы ее с вами открыть. Пройти по шву и откроем. Надавливаем вот сюда, и она легонечко вот так открывается. Продавливаем. Все, вот она открылась легко и просто. Собственно говоря, вот оно содержимое. Вот такой вот. А, он очень такой мылкий. Это же порошок, мыло. И вот он такой вот лист у нас. Сейчас достанем его. Вот он. Листовой порошочек. Вот так лист выглядит. И вот этот лист мы закладываем в барабан стиральной машины. Все, одного листа хватает на загрузку, чтобы мне не ошибиться, по-моему, 4,5 килограмма. Так, сейчас посмотрим. Один лист, одна стирка. Да, по-моему, до 6 килограмм. И, кстати, вот этим листовым порошком можно и ручную стирку устраивать. То есть здесь у нас все написано. На 10 литров воды также один лист. Слабые и средние загрязнения 3 килограмма, один лист. Сильное загрязнение или жесткая вода на 4-6 килограмм, то рекомендуется уже 2 листа положить в барабан. Это если сильно загрязнены или жесткая вода у вас в регионе. А так одного листа хватает на объем стирки 3 килограмма. Вот он листовой порошочек. Сейчас мы посмотрим салфетки-ловушки. Итак, салфетки-ловушки у нас также идут в полиэтиленовом пакетике. Также мы их, кстати, у них такой сильно концентрированный запах, у порошка такого нет, а вот у ловушек вот этот вот химии как-то сразу в нос дает. Чем-то они таким химическим, знаете, пропитаны, что он сразу дает в нос, это точно. Итак, открывается точно так же, но здесь уже, смотрите, она перфорированная такая с дырочками. И вот она салфеточка, она такая длинная, смотрите, просто как бумажное вот полотенчика с дырочками. И вот эта вот салфеточка вот этого размера, мы точно так же одну салфеточку кладем вместе со стиральным порошком в барабан. Причем можно ее использовать с порошком любого
любого вида, хоть с концентрированным, хоть вот с этим с листовым, либо с обычным, с которым вы привыкли пользоваться. Она является ловушкой цвета от окрашивания белья. То есть иногда мы кладем цветное белье, да, и какое-то может окраситься. Так вот, чтобы этого не было, она, во-первых, защищает цвет ткани, а во-вторых, не дает окраситься другой. Вот окрашивание. Одна салфетка, одна стирка. Итак, мы с вами посмотрели новиночки каталога. Это листовой стиральный порошок и салфетки-ловушки для защиты от окрашивания. Все, приятных покупок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых полезных обзоров. Пока-пока. Приятных вам и хороших полезных продуктов.